несет. Так нигде, мы зашли, даже очереди не было. Доброе утро, Парадиз. Мы будем завтракать, мы тут с Дианой на двоих столько набрали. Ну, как бы, пока можно. Ну, вот же есть, глянь, сколько я тут навалила. В общем, это тюфтели, омлет, салат, запеканка, творожная, всякие варенья. Я же не могла их там пробовать. Сгущенка, яблоки, запеченные булочки, бутерброд. Ну, как будто будем делать, да. И оладушки. Еще фруктики. В общем, приятного аппетита. Вот так вот, тут прям так круто убирают люди с тележечками, да? В этом янтарном кафе или ресторане, что это, там в руках им приходится убирать. Поэтому они такие злые. Поэтому они такие, да, злые, там и недовольные. А тут улыбаются уборщицы. Все позавтракали. Сейчас пойдем смотреть, а там, оказывается, фруктами торгуют. А вот в столовую сейчас же поднимемся и выйдем. Зоечка, давай руку. Ты накушалась? Что ты кушала? Мы пойдем до моря? Да. Тут так красиво, посмотри, уже море видно. Кажется, так близко, да? Давай, сейчас пойдем. Ой, там что-то кусты, глянь, как выпиливают прям бензопилой, да? Пошли. Смотри, тут какие-то вещи продают, да? Глянь, какие носочки, Зоя, посмотри, какие с цветочками, посмотри, какие красивые. Зоя, тебе нравятся? Да. А тебе что нравится еще, Зой? Что? Давай микрофон с песнями, вот такой. Это книжечка. Мы будем читать? Ну, мы сейчас спросим, сколько стоит, Зоя. Надо узнать, хорошо? Спросим? А вот просто телефончики без книжечки. Вот этот? Бери, возьми у тети. Спроси, сколько стоит? Зоя, вот тетя, вот, Зой. Вот тетя. Мы скупили Зои телефон за 500 рублей. Пошли. Море. Утро начинается с моря, Зоя. Вот так снимаем. Смотри, какое-то летом здесь купаться, да? Да. Как тут тоже красиво. Это новое что-то сделали. Такого раньше не было. Пойдем дальше до моря. Мы тут купались. Да? Мы едем. Куда мы едем сейчас с тобой? Оп. Едем на море в лифте, да? Ехали, сейчас лифт откроется. И мы... Все, теперь точно приехали, да? Здесь какой-то салон красоты. И мы вышли к морю на первый этаж. Да, пойдем. Посмотри только подножки, Зой. Поезд двухэтажный поехал, Зоя. Песочек, да? Да. А мы сюда давно уже ходили. Голуби, а ну-ка беги их, разгоняй. Давай, беги. Они вообще никого не боятся. Ходят тут. Голуби накинулись. Ой, Слефи, давайте Слефи. Уже в номере мы сходили, узнали за экскурсию. Завтра у нас экскурсия опять в горки город, и поедем заездом в греческий дворик и на какие-то еще
где там святая или минеральная вода, в общем, что-то там такое, там медведь, мы там тоже уже были, и в греческом дворике мы были, кто помнит, аж 4 года назад, у меня вообще впечатлений куча, еще с прошлого раза я прям полюбила Сочи еще 4 года назад, поэтому еще раз хочу, вот, покатаемся на канатке, посмотрим снег. Все будет круто. Все, сейчас пойду смотреть на тренировку, на детскую. Сегодня тренировка, а потом уже начинается вечером спартакиады. Будет сумо и перетягивание каната. Мы узнали про бассейн, да, у нас просто одно посещение бассейна за все время. Ну, тут тетенька такая, она уже готова нас было еще раз пропустить. Да. Но мы как бы ей уже не стали под дурачки. Да, мы ей правду сказали. Вот, и получается, если с 6 до 9 вечера мы придем в бассейн, то 300 рублей, а сейчас полторы, да? Полторы, потом 800. Да, потом 800. 1100. Да. 1100. Ну, короче, надо приходить с 6 до 9 за 300 рублей платно. Да, и там, наверное, никого не будет, и мы пойдем поплаваем. Да. Обед по расписанию. Марго. Привет. Сегодня у нас суп. Кирилл Александрович. Да, вон там Кирилл Александрович. Так, что у нас на обед? Суп с фрикадельками, тушеная капуста, тюфтели, рыба с кунжутом. Степа даже где-то сухарики нашел, да? Где суп стоит, там сухарики. И у Дианы шашлык с луком, не знаю, для чего она лук взяла. Да, что ты ищешь? А Калюнчик наш заснул. Что ты ищешь? Так, Зоя, сколько стоит подержать рюкзак? 2 рубля? Зоя держит 7 рюкзаки, пока люди фотографируются, да? А мне что-то за 10 родня подержала, прикинь. Своим по 10, да? Вот чем занимаются дети. Пока мамы нет в номере. Идем любоваться закатом. Взяли кофе. Диана коктейль молочный. Ау, горячо. Всех построили. Гриша где-то там.
пришли на ужин. Я себе только 2 йогурта взяла, пока они есть клубничные, и все, ничего не хочу. Гриша себе суп. Ты что себе? Гречку, что еще? Гречку и какую-то штуку из мяса. Из мяса? Ну, типа котлеты, да, какой-то? Люля-кебаб, я так понимаю. Кебаб! Вот, у Гриши суп и еще что-то. Перловка, картошка и еще рыбка. Все? Давайте кушать и пойдем купаться. Гриш, это такое...